Очередная порция полезной информации. Здравствуйте! Стало известно, когда в Самаре установят памятник Павлу Мочелову. Установить памятник первому директору Кубышевского металлургического завода планируют в ноябре этого года. Изначально с инициативой возвести памятник выступили ветераны предприятия «Металлургстрой» и жители Кировского района. Глава Самары Елена Лапушкина это предложение поддержала. Будущий монумент должен гармонично вписаться в обновленное пространство площади имени Мочелова около Дворца культуры металлургов. Установка памятника станет достойным завершением благоустройства бульвара Металлургов и самой площади. РЖД ищет инновационные решения и технологии, чтобы защитить население от громкого шума от поездов. Для этого в компании устроят конкурс на лучшее решение. К участию в открытом запросе принимаются инновационные решения, которые позволяют устранить причины шума и вибрации, обеспечить защиту населения от акустического воздействия железной дороги, а также повысить уровень комфорта пассажиров, рассказали в РЖД. Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября этого года через специальный раздел «Открытый запрос» на сайте компании. В парке Гагарина открылась обновленная баскетбольная площадка. Одним из инициаторов реконструкции стала Самарская федерация баскетбола при поддержке правительства Самарской области. В этом году в Самаре запланировали открыть еще несколько подобных площадок. Главная цель – создать условия для проведения крупных баскетбольных соревнований. Сейчас самарцы могут побросать мяч в кольцо на шестом причале и за аэрокосмическим университетом. К слову, для фанатов этого вида спорта в Самаре 30 августа пройдет 10-й открытый турнир по баскетболу «Самара Опен». Специальными гостями мероприятия в этот раз станут группа «Хлеб» и «Нойс МС». В школах начнут изучать историю Самарской области. Новый предмет в самарских школах появится с 1 сентября. Уроки будут рассчитаны на три года в четвертом классе и затем с 6 по 7 или с 7 по 8 классы, в зависимости от решения руководства школы. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал глава региона Дмитрий Азаров. В субботу из-за фестиваля цветов Самария перекроет улицу Куйбышева. Движение транспорта ограничат с 8 утра до 15 часов на участке от Пионерской до Венцика. С 8 утра до 22 часов от Красноармейской до Вилоновской. Водителям необходимо планировать свой маршрут заранее. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале «Самарагиз». Всего вам доброго. До свидания.